Владимир Гриневич работает оператором в новостях на Первом канале. Когда-то трудился и на Видное ТВ. Историко-культурный центр давно сотрудничает с телевизионщиками. В 2017 году прошла выставка Владимира «Репортаж в кадре и за кадром». В 2018 свои работы на экспозиции «Стоп, снято» представили сотрудники телекомпании «Видное ТВ». Успех этих фотоэкспозиций стал началом нашего плодотворного сотрудничества. И сегодня новая интересная фотовыставка, где представлено около 150 фотографий. Пейзажи, портреты, событийные съемки. Стиль фоторабот на новой выставке весьма разнообразен, но объединяет их одно. Специально к съемке автор не готовится. Его фотокамера фиксирует реальную жизнь здесь и сейчас. Времени на второй дубль может не быть. У меня больше получается репортажное. То есть что-то, событие на месте, где-то что-то увидел. Вот. Ну, у меня профессия оператор. Я репортаж больше люблю снимать. Умею, можно так сказать. Поэтому и фотографии тоже в этом смысле идут. Это репортажные фотографии. Вывески Санкт-Петербурга и Москва с высоты птичьего полета, Карелия и Дальний Восток, Беларусь и Сирия. Лично проводя первую экскурсию по выставке, Владимир делится своими воспоминаниями, отчего снимки обретают дополнительный смысл. Это было снято в Средиземном море на закате. Такой, ну, вы знаете, когда находишься посередине моря, а это посередине моря мы находились, и вот это солнце жаркое, оно наконец-то уходит, вот эта красная волна, это непередаваемое впечатление. В выставке приняли участие и сотрудники телекомпании «Видное ТВ». Отдельный блок посвящен памяти оператора Владимира Бижонова. 5 месяцев назад он скоропостижно скончался, но оставил добрую память о себе. Каждый раз, когда вспоминаю Вову, мне сразу хочется улыбаться, потому что мы действительно были командой. И некоторые операторы за мою историю работы на «Видное ТВ», может быть, где-то обижались на меня, но я официально всегда заявляла, это мой любимый оператор, мне самое комфортное с ним работать. Может быть, поэтому мне его хотелось и фотографировать. Большая часть выставки посвящена Сирии. Там оператор Владимир Гриневич был в многомесячной командировке, отправляя репортажи о войне и восстановлении страны. Не забывал и о своем увлечении. Вот этот мальчик родился еще во время войны. Вот эта девочка точно. То есть это дети, которые не знают, что такое мирная жизнь. Несмотря на то, что на снимках много оружия, разрушенных зданий, выставка все же производит позитивное впечатление. Глядя на фотографии Владимира, есть надежда на мир. То есть вот такая серия фотографий, что вот-вот война заканчивается и начинается мирная жизнь. И на его фотографиях это показано, и есть надежда на хорошее и счастливое будущее. Выставка в районном историко-культурном центре будет работать до середины декабря. Вход свободный. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.